На колебке! Стоик на руках! Дорогая стачка, дорогая стачка. Ой, сука, фу, фонтана, фонтана похуя. Не, типа... На, пясе! Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Как мне вам объяснить, что вы не того слушаете, ёб твою мать, на. Вот и всё, блядь. Просто людей, просто людей. Полетели всем. Всем приветики. Короче, все, мы походу стартанули, правильно понимаю. Напишите плюсики, накидайте плюсики. Сейчас мы обновим трансляцию. Вот сейчас. Полетели. Полетели. Бог, да, это твоя стопка. О, красиво. Не красиво, ты опрокидываешь надо. Только поставь, не разбивай. Да не, он же, походу, блеванет, дай ему тазик. Тазик. Тазик стрём. Ведро блевём. Ой, блядь! Дорогая втачка, дорогая втачка. Ой, сука! Фу, фонтана, фонтана похуярил! Ебашь, ебашь дальше, втачик. Хули ты мой, я за меня сховался, да? Так ты меня сховал! Ой, блядь! Нет, всё, заебись! Да! Ебашь, ебашь дальше, сейчас я ебашь! Ебашь до конца! Ну, а площадок, он вообще, наверное, улетел. Бля, это ж пиздец. Нормально? Фу, нахуй. Я расскажу, хуйню похуй. А ты че, Миша, удивись, хуйню. Бля! Фу, я на это смотрю другое, могу сам. Папа, не это приезжай, базар, но не смотришь, блядь. Жестко. Не, ну просто твой диалог не полностью слушаешь. Да, ну не полностью, но. Ебать, отойди, да нет, да все видно. Ты что, ебанулся? Ну и не пизди, нахуй. Не, типа. На, пизде! Не, ну типа, я не общаюсь так особо, типа, с родителями. Вообще особо не общаюсь. Ну нормально, ты с ним общаешься. Ой, я ебу тут. Так она стрим смотрит, понял? Поэтому говорит, дай нашу тазик забирай уже. Фу, блядь, пожалуйста, не рыгай. Фу, нахуй, он его перевернул! Фу, блядь. А, ты походу на моя мала, или кто там? Я хуй знаю. А моё ведро, да. Реально. Может, тебя себе ведро подарит? Это пизда, блядь. Нихуя, я с ним встречаюсь, да. Это пизда, блядь. Нихуя, я с ним встречаюсь, говорю. Это пизда. Бля, ну это ж пиздец. Миша, это моя мала или нет? Я вообще не понимаю, кто это пизда на базар. Вроде моя мала. А потому что она говорит, типа, я все смотрю. Да-да-да, ну давай приезжай. Сань, давай ебанем, да я уже поеду. Не, я не буду. Да так семья уже ждет, давай ебанем, блядь. Давай я ебану. Ты куда? На Андер поеду. Ты все, с концами? Пиздец, с концами. Ну я Миша сказал, но возможно с толком бреду. Не, держу, обратно, все, кинули меня. Сяс, может тебе реально на шею привязать? Меня же тут пишет, списком выгоняю, так я сам поеду. Сяс, стой, чё, давайте сделаем. Ну нахуй мне, блядь, там напрашиваться, выгоняю, блядь. Да, один, ага. Сейчас. Да, один. Вот так вот. Подожди, стоп. Вот чтоб именно так вот. А что там? Я чат смотрел. Давай, включай песенку. Польщик Михаил Кухна. Давай, давай, давай. Итак, стоп, стоп, стоп. Ты уже гасишь, блядь. Ну надо быть посторонним. Зашла? Зашла, залетела. Пушка, ракета, блядь. Не, нормально, ты даже не почувствовал, потому что запил. Похую. Реально похую. Даже ведро можно вставить и нормально чувствовать. Посмотри на свет. Ай-ай-ай-ай. Ай-ай-ай, что нахуй? Дура, зачем ты это рассказал? Теперь место тебе в гареме шиз. Поплевал и все, готово. И нормально. Ставь, давай кольчика ебанем. Потому что опять очередной еблан напишет, что я даун, посмотрев какую-то нарезку. Я не знаю, что можно объяснить этому дебилу, блядь. Ну просто слушайте еблану, который реально уже шиза, блядь. Я не знаю, что вам доказать. Как вам доказать, что, пацаны, я ничего плохого не сделал. Я ничего плохого не делал. Меня отправили домой пешком. Как мне вам объяснить, что вы не того слушаете, ёб твою мать, на. Вот и все, блядь. Просто людей. Присаживайся. На стул?
Да можешь сюда присаживаться. Где рыга с моим телефоном? Ты же живешь в Сити и жрешь там. Тебе что, мало? Ты что, даун, иди в пизду. Таких много, поверьте мне. Это невозможно, ну, игнорировать. Поймите, блядь, и все. Ну. С плаксой повелся? Как там говорилось? С тремя плаксами поведешься, станешь четвертым? Так вот, стал четвертым. Стал четвертым плаксой я. Я стал четвертым плаксой. Который и вне стрима на всех пиздит, и на стриме на всех пиздит. Умный дохуя, цитаток начитался, так я стал четвертым плаксой. Умная ты наша голова, блядь, зубастая. Вот и все, блядь. Иди сюда, я тебя лося должен прописать. Никого не буду сейчас звать. Егор останавливает эту волну. Егор, не спаем, нахуя? Нахуя опять? Восемь раз в чате. Включай яву нахуя. Саня, блядь, какой Мишаня? Мишаня, я говорю, включай яву. Саня. Да я говорю, Саня, включай яву на халяву. Я говорю, Саня, включай яву на халяву. Что ты говоришь? Саня, включай яву на халяву. Еще раз. Саня, включай яву на халяву. Еще раз. Саня, ты что? Саня, его включи яву на халяву. Еще раз. Включи яву на халяву. А кто я? Саня. Дальше что? Саня. Ну. Саня, да. Включи яву на халяву. Давай, ты будешь петь? Да. Давай. Чтобы играть в колокол. Первый боюсь, перед боюсь. На колене ноник на руках. Пусть я на руках. Пусть твоя гостья ебется, как твоя. Но без него гостья не забеременела судьбой. Не отпускай, пока не ебется! Не зарази меня решеткою, бля, пока не уебал! Нарисуй! Жестко на пизде! На кап! Розу ровную на фоне, жестко на калина! Что это, блядь, сука? Сучку, мама! Я не виноват! Чего я не виноват? Чего пойду нахуй помочь! Никола нахуй! Что полагина? Брат! На кони и пусти! Попробую! Давай, брат, поем нормально! Но